Третья книга Моисея, Левит, глава 25. «И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой и собирай произведения их. А в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай. Да будет это год покоя земли. И будет это в продолжение субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. И насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтоб было у тебя в 7 субботних годах 49 лет. И воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей, и освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее. Ибо это юбилей, священным да будет он для вас. С поля ешьте произведение ее. В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Если будешь продавать что ближнему твоему, или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остается лет, умножь цену, а если мало лет остается, уменьши цену, ибо известное число лет жатв он продает тебе. Не обижайте один другого. Бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Исполняйте постановления мои и храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть в 7-й год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших, я пошлю благословение мое на вас в 6-й год, и он принесет произведений на 3 года. И будете сеять в 8-й год, но есть будете произведения старые до 9-го года, доколе не поспеют произведения его, будете есть старые. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня». По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое». Если кто продаст жилой дом в городе, огражденном стеною, то выкупить его можно до истечения года от продажи его. В течение года выкупить его можно.
Если же не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в городе, имеющем стену, останется навсегда у купившего его, в роды его, и в юбилей не отойдет от него. А дома в селениях, вокруг которых нет стены, должно считать наравне с полем земли. Выкупать их можно, и в юбилей они отходят. А города левитов, дома в городах владения их, левитам всегда можно выкупать. А кто из левитов не выкупит, то проданный дом в городе владения их в юбилей отойдет, потому что дома в городах левитских составляют их владение среди сынов Израилевых. И полей вокруг городовых продавать нельзя, потому что это вечное владение их. Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он, или поселенец, чтобы он жил с тобою. Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтоб жил брат твой с тобою. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для прибыли. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую, чтобы быть вашим Богом. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое и вступит опять во владение отцов своих, потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской, не должно продавать их, как продают рабов. Не господствуй над ним с жестокостью и бойся Бога твоего. А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас. Также и из детей поселенцев, поселившихся у вас, можете покупать, и из племени их, которые у вас, которые у них родилось в земле вашей, и они могут быть вашей собственностью. Можете передавать их в наследство и сынам вашим по себе, как имение». Вечно владейте ими, как рабами. А над братьями вашими, сынами Израилевыми, друг над другом не господствуйте с жестокостью. Если пришлец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой пред ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его». Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его, или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его, или кто-нибудь из родства его, из племени его должен выкупить его, или, если будет иметь достаток, сам выкупится. И он должен рассчитаться с купившим его, начиная от того года, когда он продал себя, до года юбилейного. И серебро, за которое он продал себя, должно отдать ему по числу лет, как временный наемник он должен быть у него. И если еще много остается лет, то по мере их он должен отдать в выкуп за себя серебро, за которое он куплен. Если же мало остается лет до юбилейного года, то он должен сосчитать и по мере лет отдать за себя выкуп. Он должен быть у него как наемник во все годы, он не должен господствовать над ним с жестокостью в глазах твоих. Если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним, потому что сыны Израилевы — мои рабы, они мои рабы, которых я вывел из земли египетской, я Господь Бог ваш».